В Москве и Петербурге покажут Лоуренса Аравийского. В Москве и Петербурге 8 июня пройдут показы исторической драмы Дэвида Лина «Лоуренс Аравийский». Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией ленты.ру. Сеанс в Москве пройдет в кинотеатре «Кара» 11 октября, а картину представит киновед Сергей Кудрявцев. В Санкт-Петербурге фильм покажут в «Авроре», а вступительное слово произнесет кинокритик Михаил Трофименков. Оба показа начнутся в 19:30 и пройдут на языке оригинала с российскими субтитрами. Лоуренс Аравийский вышел в 1962 году. Фильм основан на биографии британского археолога, военного офицера, дипломата и писателя Т. Лоуренса, который во время Первой мировой войны сыграл важную роль в восстании племен Аравийского полуострова против владычества Османской империи. Роль Лоуренса в фильме Лина исполнил Питер О'Тул. Также в картине сыграли Олег Гиннес, Омар Шариф, Энтони Куинн и Джек Хоукинс. Сценарий написали Роберт Болт и Майкл Уилсон, а музыкальный ряд – Морис Жар. Лоуренс Аравийский был номинирован на 10 премий «Оскар», в итоге выиграв 7, включая награды за лучший фильм, лучшую режиссуру и работу оператора. Он также был назван лучшим фильмом года по версии премий «Золотой глобус» и «Бафта». Купить билеты можно на официальном сайте компании «Иное кино». Перейти в «Мою ленту». Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.